послушать любимых исполнителей, посмотреть спектакли и концерты. Теперь это возможно всем категориям граждан вне зависимости от состояния здоровья. Вот уже не первый год федеральная программа «Доступная среда» успешно реализуется на базе главной культурной площадки города – Дворца культуры «Губернаторский». Почти на каждом нашем мероприятии, будь то концерт или какое-то социально значимое мероприятие, у нас присутствуют всегда маломобильные граждане. Мы всегда с удовольствием их встречаем, провожаем. То есть фойе у нас, в общем-то, достаточно доступное. Да, и наши службы, и контролеры, администраторы всегда очень доброжелательны и стараются достаточно быстро проводить наших людей в концертный зал. Главным приобретением работники считают два лестничных подъемных устройства «Лифткар». Механизмы были закуплены специально для подъема и спуска маломобильных граждан по лестницам. Каждый из них обошелся учреждению в 260 тысяч рублей. Кроме этого, в Губернаторском для людей с ограниченными возможностями полностью оборудованы 3 санузла. Да, на будущий год в бюджет учреждения заложено более 800 тысяч рублей для проведения вот таких вот объектов, которые позволяют... комфортно чувствовать себя, как я сказал ранее, представителям вот маломобильных групп населения. Остальные культурные учреждения без дополнительной инфраструктуры также не оставят. Специально на эти цели в бюджете на 2017 год уже заложено порядка 20 миллионов рублей. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.